Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу еще легче способ упаковать куколку. Вот такой мальчик у нас, футболист, отправляется, в подарком отправляется. Значит, берем коробку. Коробку я вам показывала, как делать надо. Не надо, а как я делаю. Складываем нашего человека туда. Кладем все необходимые причиндалы. Закрываем. Видимо, кепку придется снять. Даже вот так мы ее оденем. Не лезет. Снимем, положим. Кепку положим сверху. Способ еще легче, потому что я вам показывала, когда я коробку в коробку складываю. Теперь я просто, смотрите, беру, накрываю картоночкой. Вот так. Чтобы, главное, чтобы окошко нам закрыть. Остальное все в сохранности доедет. Заворачиваем это все ниточкой. Коробка, картон очень плотный. Это гофрокартон из трех слоев. Поэтому его можно так, не ухищряться, не делать уже вот эти коробки, все выступы, а прям сверху положить, закрыть наше окошко. И все, и отправлять. Не знаю, интересно вам это или не интересно. У меня все время что-то меняется, я вам просто решил показать. Вот, обычная коробочка. Получается, она плотная, с ней ничего не случается. Дальше мы берем пупырку. Она продается в строительных магазинах. Такая пупырчатая, знаете, да, щелкающаяся. Так вот, то так нажмешь, она так бульк и щелкает. Дальше мы берем в эту пупырку, заворачиваем нашу коробочку. Сейчас скотчем ее, обмотаем. Надо было найти конец заранее. Да. Да. Бывает и такое. Не поняла, где он. Вот он. Завернули. Зацепили. Чтобы никуда не делось. Дальше мы заворачиваем вот эти вот края. Прям вот так. Дальше вот эти уголочки, чтобы никуда ничего не делось. Ну и все, и отправляем куда надо, в далекие края. Так. Ага, на почту я когда хожу, знаете, у них никогда нет пакетов. О, все. Ничего с ней не произойдет. Вот такая большая коробка получается. Такая хорошая коробка. Так, что там у нас булькает? Ничего страшного. Дальше берем пакет. Не знаю, влезет, вот не влезет. Я покупаю пакеты в Инстаграм. Один продает дядечка. Они, ну, во-первых, и дешевле. Не влезает. И когда на почту приходишь, у них там никогда нет пакетов нужного размера. У них всегда они размера гигантского. То есть кладешь коробку в гигантский пакет, и она там бултыхается. Я себе закупила несколько размеров. Причем цены в 3 раза дешевле, чем на почте. Вот на почте за большой пакет с меня берут 60 рублей, а я его купила за 13. Вот такие цены, да. Так, ну тут тоже пакетик, в принципе, подойдет. Здесь мы записываем все и идем на почту стоять в очереди. Так, это у нас большие пакеты. Дальше наборы. Сейчас я собираю набор в Анфисе. То же самое. Берете пупырку,
Все это заворачивать. Тут я уже окошко ничем не защищаю, потому что оно, ну, маленькое, я думаю, с ним вообще ничего не происходит. И вот такой вот. Вот такой получается маленький пакетик. Я засовываю вот в такой маленький пакетик. И тоже отправляю. Вот и все, мои дорогие друзья. Следующее видео будет про закрытый клуб, который я наконец-то открыла. Следите за информацией. Все, пока-пока.